Скейт-парки пользуются популярностью у молодежи, которая любит проводить время активно. В Центральном парке Люберец сейчас ведутся работы по его строительству. Как небольшая площадка превращается в целый парк экстрима, смотрите в следующем сюжете. Эта скейт-площадка пользовалась популярностью у подростков на протяжении долгих лет, но со временем покрытие износилось, что часто приводило к травмам. Тогда Тимур Саидов и команда обратились за помощью в Совет депутатов Люберец. В течение месяца он был более-менее починен, приведен в хорошее состояние, покрашен красиво, после чего прошел год. Однако из-за больших нагрузок надолго починки не хватило, поэтому было принято решение сделать на этом месте не просто площадку, а скейт-парк. И обязательно с учетом пожеланий самих экстремалов. Были пожелания, то, что должны присутствовать рейлы. Рейл – это перила, на которых можно скользить, соответственно, и какие-то квадра, либо боу. Боу – это такая фигура некая. Еще здесь появится памп-трек, специальная велосипедная трасса, на которой чередуются ямы, кочки и контруклоны, бетонный скейт-парк и зона отдыха. Выполняют работы специалисты высочайшего класса. В данном случае, когда был объявлен конкурс на производство вот этих работ по созданию вейк-парка, это специфичная работа. Это здесь и вы наблюдаете, здесь определенные формы из песка, потом здесь работа со щебенкой, с асфальтом, надо эти всего формы выдержать, есть определенные требования. Здесь зашли ребята, группа, я оценю, производственники, у которых уже на счету там десятки подобных скейт-парков, то есть это они не новички. Строительство на площади 1300 квадратных метров проводят в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и завершится в конце августа. Елена Кирсанова, Ирина Иванова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.